Вход назад в стойло вершинки башни. Раньше все это было обычным делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, готов? Вперед! Осторожно, двери закрывают. Удачи, ребята! Это нам сейчас кстати. Кстати, Артем, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали? Ракеты на рассадник черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Ладно, напряжение есть. Молодец, справился. Тут все чисто. Выдвигаемся. Давай направо. Слева тупик. Что-то их спугнуло. Будь начеку. Зараза! Вот это скорость! Думаю, тут ничего серьезного не будет. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Поверхность. Надевай противогаз. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. Помоги-ка. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черные тебя почуют и сам вылезет. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Я на месте. Так, слушай, и правда до сих пор что-то чудит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Есть какое-то движение? Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это не черные. Это стражи! Успел завыть. Держись, сейчас еще налегу. Еще тройка, работаем. Смотри за камышами! Один. Не, погоди. Готов. Зарядка.
Артём. Так, давай влево. Там есть обход. На краю воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На 2 часа. Ну что же ты? Давай! Дьявол! Вот это скорость! Как это он? Обходи слева, он еще там. Беру на мушку. Постой. Он должен быть тут. Следит за тобой. Прыгай за ним, Артём. Вижу. Сейчас я его гаду. Налево. Чёрт. Он прямо на тобой. Осторожней. Готов. Guten Morgen!